Лидера отряда ранили. Интер, нельзя было умирать чуть попозже. Сейчас только этого не хватало. Перезарядка. Всем привет, с вами Андрей Захаров. Мы разрушаем нам 6 страданий второго с репаблик команды. Вот реально. Самый противник. Подождите. Боевые супердроиды! Босс, приближаются вражеские, слышите? Это самая противная миссия, которую я видел. Это нас запряли. Вообще, на самом деле, тут слишком много дроидов, хотя у нас один раз уже получилось, блин. Хотя из-за того, что у нас глупое сохранение не было. Провалить. Это 38 тяжело ранен. Так, там, по-моему, кстати, я видел, можно, типа, защититься, по-моему, где-то в здании. Вот здесь. Командир тяжело ранен. Сейчас придется страдать немного. Командир, чем ты тяжело? О, блин. Ой. Приближаются вражеские отряды. Это 38 тяжело ранен. Нет. Сэр, нельзя было умирать чуть... Блин, быстро загрузка приходит. Командир, чем ты тяжело? Перезаряжаюсь, подготавливая оружие. Лидер отряда ранен. Подождите минутку. Ликвидировать цель. Заниматься это 38. Отлично стреляете. Сектор 62 ранен. Хоть кто-нибудь, окажите ему помощь. Блин, реально, это самая плохая миссия. Вы меня слышите? Это самая плохая миссия, блин. Подождите. Ликвидировать цель. Подождите, сейчас перезаряжу. Сектор 62 ранен. Хоть кто-нибудь, окажите ему помощь. Давай, блин. Отряд Дельта. Кажется, мы только что потеряли. Приходится... Кажется, я знаю, как убить, блин. Подождите минутку. Ликвидировать цель. Мы потеряли Дельта лидера. Надо бегать, блин. Как делать, когда у тебя... Когда тебя всех убили. Подождите минутку. Ликвидировать цель. Лидер... Я сейчас вернусь, не волнуйтесь. Ликвидировать цель. Осторожно! Мы потеряли Дельта лидера. Блин. Вот так не попусти мне их раздробить. Командир, чем ты тяжело ранен? Реально, я скоро убью. Я сейчас вернусь, не волнуйтесь. Ликвидировать цель. Перезарядка. Держитесь, Дельта! Результат визуального сканирования отрицательный. Аудиосигнал снижен. Я придется снайперскую войну проводить какую-то.
Если это снайпер скажет, я чувствую, плохо кончится. Нет, я не Дельта-38! Скоро буду орать. Реально. Блин, она не сложена, блин, просто нас зажали. Тут... Да, мы не можем ничего сделать. Блин. Не, я хочу другой чемпионат загрузить, блин. А попробуйте, блин, какую-нибудь тактику, я не знаю, блин. Мы же как-то прошли, блин. Похоже, сейчас станет жарко, Камалекс. Ликвидируется. Мы же как-то ТО это прошли, блин. Так. Нас же все члены отряда прибежали. Меткое попадание. Меткое попадание. Рамбушанин убит. Мы сможем уничтожить их отсюда. Сейчас я покажу, как надо стрелять. Не подпускайте близко этих работорговцев. Приближаются вражеские заряды. Я хоть и ранен, но ударить пока что могу. Да не ходите туда, блин, у нас там будет. Ликвидировать. Оружие работает, командир. Попадание подтверждаю. Приближаться. Сзади вас, ЦХ-38. Задал тяжело ранен. Франтошанский скот. Ликвидировать. Меткое попадание. Я вернусь. Оказываю помощь за палубу. Фу, блин. Господи. Так, проблемный. Хорошему клону умирать не всегда. Фу, блин. Кто-нибудь видит слушатель? Проверьте около той платформы. Ну чё, мы пойдем все полечимся. Причем очень хорошо, блин. Можешь принять пакту, Дельта. Надо было сразу его туда поставить, блин. Что-то я им придумал. Сейчас мы сохранимся. Можешь принять пакту, Дельта. Я уже думал, что вы никогда этого не предложите, сэр. Да, блин, мало ли. Сейчас убью. Дельта строится. Заряжаюсь. Тому, кто поставил здесь пакт автомат, нужно памятник поставить. Правильно. Правильно. Здоровье отряда в норме. Так. Чтобы нам и больше всего не сохраняться, мы сохранимся. Сохранить игру без записи. Сохранить. О, 10:50. Быстро сохранимся. Сохранить игру. Да. Все, автосейв есть. Наверное. Хотя он не. Он же за 10. Этот за 10. Блин, получается, целых 6 дней игру не включил, блин. Ну, прошло. Ну я просто занимался другими делами, поэтому. Так. Это, кстати, самая противная зона. Сейчас как пойдет миссия, блин, и мы тут не выживем. Главное, мы сохранились, это самое главное. Теперь будем сохраниться. Может, еще не поздно стать летчиком. Нужен глушитель сигнала. Ставлю заряд. Дроиды на подходе! Уничтожите Дельта. Перекажу на позицию. Красиво получилось. Занимаю позицию, босс. Не взрывай Дельта. Так точно, сэр. Кажется, мы кого-то потревожили, Дельта. Быстрее. Оружие готово. Как всегда готов, сэр. Укрытие, Дельта! Нет, дальше, Дельта. Пойдите всех противников. Вперед.
пересохранимся. Быстро сохраните. Лидер отряда ранен. Трое спортсменов. Дельта, прежде чем мы сможем помочь Дельта-38, мы должны прикончить их всех. Там сколько этих дроидов, блин? 5 что ли, 6, блин. Но они издеваются. Загрузить игру. Как сейф, да. Наверное, как-то правильно сейф, да. Может, пора отступать, так? Да, пора. Здесь сначала всех дроидов, потом слушайте мои приказы. Ликвидировать цель. Дельта 40 перезаряжаться. Ликвидировать цель. Занять снайперскую позицию, командос. Перемещаюсь на позицию. Молчите, да. Выполнено. Еще одного завалили, босс. Хорошо, они здесь. Ладно, блин. Может быть, я просто так. Опять же, я так плохо рассчитал. Тут главное тактика, они тоже. На связи Дельта-38. Мы добрались до мостика и отключили глушащее устройство. Вы меня слышите? Слышу вас четко и ясно, Дельта-38. Я подключаюсь к системам корабля, чтобы определить его состояние. Ура! Блин. Это клон. Дельта 30. Так. 8. Ладно. Я обнаружил корабль работорговцев в ангаре А. На корабле вы сталкивались с трандашанами. Их здесь полным-полно. И они направляют на нас боевых дроидов. Трандашане были более озабочены добычей шкур Вуки, чем этой войной. Тогда что же они здесь делают? И зачем сепаратистам сбывать работорговцам железяки? Я продолжу анализ журналов, а вы тем временем спускайтесь в ангар А и разберитесь с ними. Я перевел корабль на внешнее управление. Я смогу на расстоянии управлять системами корабля. Так, быстро сохранимся. Так, сохранить игру. Да. Ура! Дотянули до этого чейпоинта. Фу, блин, все, записали все сейвы. Фу, пошли дальше. А, реально, перестрелка была сложная. Ну как? Стоп! Почти все. Вы это слышали? Такой звук, будто штурмуют дверь. Ой-ой, так не он. Граната! Трандашанское ничтожество. Ликвидировать цель. Как же круто вышло. Еще один. Команда нуждается в помощи, Дельта. Сему спасает взломщика. Я и не знал, что эти ящики умеют летать. Трандашанин нейтрализован. Благодарю, Стас, вы попали. Вот для этого и проводится специальная подготовка по обращению со взрывчаткой. Да, я и рад помочь, но сейчас я немного занят. Седьмой занимает укрытие. Нужна медицинская помощь. Вот именно, они с вами ничего не могут. Чё ж тут тактика нужна постоянно?
нужна немедленная помощь. Вот именно вот это непонятно. Они сами ничего не делают, блин. Значит, какой-то тактика. Видимо, потому что врагов. Через патрон. Не А это что за чуваки? Трампшапки и наемники. Они имеют военную подготовку. По-моему, всегда психическое поражение. Похоже, у тебя умственные проблемы. Сохранить. Я буду перед каждым это делать. А то, блин. Хотя, блин, я сейчас надо было сохраниться, да. После лечил. А лечил, кстати, куда-то пропал. Автомобиль подвали. Любишь летать, люби и падать. Еще один транзажанин. Нет! Хорошая работа, Дельта. Эти парни могут спрятаться всюду. Продвигайтесь медленно и осторожно. Дельта, этот корабль хранит массу информации о транзашанах. Я заметил. Записаны все произошедшие на борту события. Каждый вид оружия, каждый маневр. Республика месяцами будет анализировать эти данные. Вуки могут воспользоваться этой информацией, чтобы покончить с работорговцами. Да, и Вуки будут обязаны нам всем жизнью. Мы должны вернуть этот корабль на Корусант в целости. Дельта, прежде чем мы сможем помочь Дельта 38, мы должны прикончить их всех. Так, где Бакта? Мне нужна срочно Бакта. Немедленно, нужно скорее. Вот. Запасы целую кучу. Хватит хромать. Иди, прими Бакту, солдат. Уже лечусь, сэр. Я готов идти, Дельта. Да, блин. Фигаш. Так, 16. Какое там число? 17:42. Дельта, этот корабль хранит массу информации о трандашанах. Я заметил. Записаны все произошедшие на борту события. Да, вот. Каждый вид оружия, каждый маневр. Республика месяцами будет анализировать эти данные. Вуки могут воспользоваться этой информацией, чтобы покончить с работорговцами. Да, и Вуки будут обязаны нам всем жизнью. Мы должны вернуть этот корабль на Корусант в целости. Держитесь, Дельта! Новая
как я должен сражаться против него, блин? Это шарик убит. Впереди тяжелые железяки. Это минует. Похоже, ему нужна реанимация, Дельта. Я помогу за пол. Держитесь, Дельта! Ломчик, беде, не тут нет. Зубли, что ли, эти? Зубли. Блин, ты и нас за то же вернулся. Ликвидировать. Приступить к снайперскому маневру, Дельта. Против меня у них нет ни единого шанса. На позиции. Уничтожить их, Дельта. Есть, сэр. И это на его меткость мы полагаемся. Да как же их прикончить? Стреляй лучше, а не болтай. Цель под прицелом. Как же круто вышло. Оставить позицию, Дельта. Прекратить установку взрывчатки. Есть, сэр. Выполнение маневра прекращено. Вот как я должен атаковать их? Блин. Почти бесполезно. Вперед! Осторожно, впереди наемники. Нет. 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 Теперь я готов. Одного убрать. Держание на прав. Вот поэтому тут нам там было столько гранат, чтобы я не стрелял. Мы потеряли лидер отряда. Да я из твоей кожи плащ сошью. Слушник выбыл из боя. Босс, попридержите свои кишки, пока я с ними не разберусь. Да блин, как будто специально что-то это сделал, блин. Каждая миссия, блин, сложная, сложная. Дельта, этот корабль хранит массу информации о Брандашанах. Я заметил. Записаны все произошедшие на борту события. Каждый вот. Вид оружия, каждый маневр. Республика месяцами будет анализировать эти данные. Вуки могут воспользоваться этой информацией, чтобы покончить с батраковцами. Да, и Вуки будут обязаны нам всем жизнью. Мы должны вернуть этот корабль на Карусан в целости. Они попали во взломщика. За это поплачешься, сволочь чешуйчатая. Приступить к снайперскому маневру, Дельта. Есть, сэр. И это на его метках не полагаемся. Дельта под прицелом. Нет. Это отражение. Противник убит. Хватит хромать! Иди, прими бафту, солдат! Ну я готов рисковать. Я бы всю жизнь этим занимался. Отличный план был.
Жалоба рвался. Дельта, этот корабль хранит массу информации о произошедших. Я заметил. Записаны все произошедшие на борту события. Каждый вид оружия, каждый маневр. Нет! Республика месяцами будет анализировать эти данные. Вуки могут воспользоваться этой информацией, чтобы покончить с оботраковцами. Да, и Вуки будут обязаны нам всем жизнью. Мы должны вернуть этот корабль на Корусант в целости. Работорговцы. Не надо уметь желание, если я пошанин не прилетел. Так меня... Отвлечись, Дельта. Применяю фактор, сэр. Противники ликвидированы. Вас контузило, сэр. Отвлечись, Дельта. Получаю факту. Мне лучше. Чувствую себя отлично. Хватит хромать. Иди, прими бакту, солдат. Я уже думал, что вы никогда этого не предложите, сэр. Бакта творит чудеса. Боеприпасы закончились. Отряд Дельта, уничтожим их отсюда. Перемещайся к указанной позиции. Лидер отряда ранили. Смотрите вперед, Дельта. Сэр, я и рад помочь, но... Я заметил. Записаны все произошедшие на борту события. Каждый вид оружия, каждый маневр. Республика месяцами будет анализировать эти данные. Вуки могут воспользоваться этой информацией, чтобы покончить с оботраковцами. Да, и Вуки будут обязаны нам всем жизнью. Мы должны вернуть этот корабль на Корусант в целости. Работорговцы. Попал. Все внимание на конус действия минных датчиков, отображающихся на вашем визоре. Пожелайте мне удачи. Этот уничтожен. Впереди ящерицы. Ящерица убита. Дельта 38 попали. Информации о брандашанах. Я заметил. Записаны все произошедшие на борту события. Каждый вид оружия, каждый маневр. Республика месяцами будет анализировать эти данные. Вуки могут воспользоваться этой информацией, чтобы покончить с оботраковцами. Да, и Вуки будут обязаны нам всем жизнью. Мы должны вернуть этот корабль на Корусант в целости. Приступить к снайперскому маневру, Дельта. Занимаю позицию. Прикончен. Нет! Смотрите. Буду брать пример с вас, сэр. Дельта 38. Реально, они меня прям зажали с двух сторон, блин. С одной стороны этот, и с другой стороны. Какая тактика, блин. Дельта. Пойду посмотрю в интернете, что я. Ну просто невозможно так с одной стороны стрелять и с другой стороны бомбу устанавливать. Это физически невозможно. Потому что меня с другой стороны и с этой стороны убивает. Сейчас посмотрю, что надо делать. Ну правда, что-то миссии стали какие-то вообще. Убивают, чтобы вы знали, прям на раз и два.
Надо перебить всех врагов, потом установить мин, короче. Наверное, так. Ну, блин, опять же, этот план, блин, физически, он... Ну, как бы, он не то, что невозможен, но он просто тактически не выполнен. Этот корабль хранит массу информации о Брандашанах. Я заметил, записаны все произошедшие на борту события. Каждый вид оружия, каждый маневр. Республика месяцами будет анализировать эти данные. Вуки могут воспользоваться этой информацией, чтобы покончить с работорговцами. Да, и Вуки будут обязаны нам всем жизнью. Мы должны вернуть этот корабль на Корусант в целости. Кажется, босс в состоянии руководить. Ничего особенного. Нужна немедленная помощь. Прикончил ящерицу. Отлично, Палыч. Работорговцы! Сможешь ли ты обезвредить ее, не убив нас? Обезвреживаю ловушку. Только не мешайте, ладно? Проклятие, мина! Осторожно! Почти готово. Молодчина, босс. Дельта, мы всем попали. Пора утилизировать эти ведра с гайками. Прими бабду, командос. Я уже думал, что вы никогда этого не предложите, сэр. Обеспечь нам снайперский огонь, командос. Перемещаюсь к указанной позиции. Смолки, Дизер. Прекратить, Дельта. Прими бафту, командос. Применяю бафту, сэр. Командос вылечен. Выручаю седьмого. Почему они не умирают? Прекратите болтать, Дельта. Я вернусь. Помогаю Дельте, но эти автоматические гранаты разрушены в нейронных сетях. Дельта, решить проблему с взрывчаткой. Даже заряд. Прекратить выполнение приказа, командос. Что делать, сэр? Прикройте меня. Лидер отряда? Отличная работа. Скрывать, когда будет готов. Уходим, Дельта! Идем дальше, отряд Дельта. Седьмому нужна помощь. Не нравится мне все это. Вот он. Идут. Что за штука? Нужна немедленная помощь. Дельта. Прежде чем мы сможем помочь Дельта 38, мы должны прикончить их всех. Наемники! Там он жив, что ли? Ранен убит. Хорошо стреляйте, сэр. Дельта 62 ранен. Дельта 40 ранен. Помогите ему хоть кто-нибудь. Есть, сэр. Уже тут. Ты на чем это он стреляет? Лидер отряда ранен. Нужна помощь, командос. Нам некогда умирать, сэр. У меня повреждение. Лечить, блин. Ты это чего взял? Чтобы ты лечил? Сохранить, блин, пока нас опять не убили. Дальше посмотрим. Дельта 62 оказывает помощь. Дайте мне их сесть. Начать процедуры с бактерией, да? Уже иду. Можете идти, сэр.
Уничтожим отряд Дельта! Уничтожим этих железяк. Дельта 40 вылечен на 100%. Выручаю седьмого. Подтверждаю, командир ранен. Макс, попридержите свои кишки, пока я с ними не разберусь. Строй вернулся. Оказываю помощь Дельта 62. Световой гранат, замечательно. Самый плохой гранат. Ты, к Бакте, живо! Да, живо вылечись. Выполнить процедуру разрушения, Дельта. Ставлю заряд. Заряд почти установлен, сэр. Продвигаемся дальше. Вот ты изверг. Вас понял. Дельта 40 отходит. Отличись, Дельта. Получаю бакту. Помогло. Начать процедуры с бакты, Дельта. Есть, сэр. Правда, бакта самое лучшее средство подготовления. Правило 39. Никогда не отказывать от бакты. Это правильное правило. Лучше полечиться и быть здоровым, и пойти в бой. Нам бы здесь не помешал взрыв, Дельта. Устанавливаю заряд. Тихо-тихо. Взрывчатка готова. Ложись! Цель устранена. Надеюсь, это не будет. Ставь ловушку, Командос. Хорошая идея, сэр. Где все? Заряд готов. Все должно быть в порядке. Это тебе за Дельта 23. Или Дельта 32. Так, держаться. Помогите сейчас же. Нас ждут проблемы, Командос. Мишень устранена. Ура, там лифт. Быстро бежи. Ты, к вахте, живо. Уже. Фу, блин, завеса. Дельта 38, я проанализировал журнал системы связи корабля. Рандышане назначили в этом месте встречу с сепаратистами. Они собираются продать корабль? Я запрошу подкрепление у республики. А вы тем временем доберитесь до ангара и разберитесь. Что за... Чё, работорговцы? Засада! Поможем уже. Нужно сохраниться. Сохранить игру. Так, ладно, соберу поедем. Вообще тут можно закончить, если честно. Поэтому. Все. Всем пока. Мы здесь закончим.